モーグルの世界に現れた新たなヒーローセルゲイ・シュプレゾフ。95シーズンワールドカップ5連勝を含む優勝6回2位3回という圧倒的な強さでワールドカップチャンピオンの座に就いた。モーグル界の生んだスーパースターエドガー・グロスピロン、ジャンリュック・ブラッサールもセルゲイのスピード、エアーの大きさ、ターンの美しさにはなすすべもなく、セルゲイは現在世界最強のモーグラーと言えるだろう。セルゲイ・シュプレツォフは1970年4月にロシアパーム地方の小さな村で生まれた。7歳の時にアルペンスキーを始め、モーグル転向は16歳の時。最初はバレー、エアリアルもこなし、3種目合計のワールドカップ総合成績では94年に1位となっている。モーグルでは91年のレイクプラシッド世界選手権4位、94年にはワールドカップで2勝を挙げ総合2位、94年のリレハンメルオリンピックシルバーメダル、95年のラクルーザー世界選手権では3位となっている。そして95シーズンにはモーグルに専念し驚異的な強さで勝ち続けた。95年5月20日にフランスのモーグル選手イングリッド・ゴアと結婚し、ロシアを離れてフランスラクルーザで新しい生活を始めたばかりだ。Что я думаю о моем сезоне? Я думаю, человек, который выиграл гран-при, он очень рад. И поэтому я думаю, что то, что я сделал, это сделало меня, как говорится, счастливым человеком и плюс уверенным в себе. Я сейчас очень сильно уверен в себе. Я выиграл 5 этапов подряд. Но я выиграл гран-при, я думаю, потому что я очень хорошо подготовился к этому сезону, который вот был для меня столь удачный. Я, вы знаете, я все видели, что я вот, что не как все, а что лучше всех. И поэтому я много тренировался, очень много. Я отработал себе технику, чтобы она была настолько красивая, чтобы все сказали: ой, где ошибки? Ошибок нет. Потом прыжки, чтобы были такие, чтобы все не просто сказали, что «О, он прыгнул неплохо, он хорошо прыгнул», а чтобы все сказали: «О, как он прыгнул, как он высоко, как он далеко», чтобы у всех там челюсть отпала. Черт!
セルゲイ・シュプレツォフのエアは誰よりも高く、技の切れ味、完成度は世界最高レベルに達している。特にツイスターの振りの大きさ、鋭さは今まで誰も見せたことのない迫力と美しさを感じさせる。またトリプルやフォーアクションを決めてもランディングは微動だにしない。このランディングもセルゲイのエアーを際立たせているポイントの一つだ。ワールドカップなどで時折見せたストックを片側しかつかないスリーポイントランディングは超人的な筋力、運動能力を必要とするもので、セルゲイのエアーは並外れた体力とトレーニングに裏付けられたものだと言えるだろう。セルゲイのエアーテクニックの秘密を彼自身の解説で見ていこう。При этом, когда вы едете на прыжок, немножко пристаете перед трамплином, ставите укол палками, выталкиваетесь и делаете фигуру, какую вы хотите. Например, это твист. Твист делается от рук. От рук, не от ног, от рук. Вы выталкиваетесь, и первые идут руки. Руки, 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 руки. И потом ноги, 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 ноги. При этом, вот смотрите, как у меня палки. Одна палка смотрит вниз, можно так, но так красивее. И эта палка не так. Не вниз смотрит, она так смотрит, потому что это легче. Потом обратно, 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 обратно. При этом не нужно делать так, не нужно делать так. Нужно немножко лучше быть закрытым. Уголок. Маленький-маленький уголок, это будет легче сделать, чем вы будете прогнутым. Это очень тяжело. И прыжок сам. Во-первых, это будет некрасиво. Во-вторых, это будет трудно приземлиться. В-третьих, вам будет это очень трудно сделать. Трамплины подъезжаете, делаете укол палками, выталкиваетесь и начинаете с рук. Первые идут руки, руки, руки. Если правая рука идет вперед, значит левая нога идет вперед. Нельзя делать так. Это нехорошо. Если сказать о геликоптере, для этого геликоптер, во-первых, нужно делать немножко-немножко закрытым, немножко. Когда вы будете прогнутым, у вас могут плечи упасть вниз или вправо. Я делаю, это моя техника, я делаю руки в стороны, потому что я чувствую, если меня клонит, например, вправо, я руками ловлю баланс и выравниваюсь. Есть два способа делать геликоптер. Можно начинать ногами и потом догоняете телом. Можно же делать плечом и догонять ногами. То есть это два способа, как уж вам нравится. Приземление тоже. Вы смотрите и ловите точку головой раньше. Вы должны делать полоборота чуть-чуть больше и смотреть, уже видеть ваше приземление. Где оно? Где оно? Эй, приземление!
セルゲイ・シュプレツォフの得意とするエアはトリプルツイスターとダブルツイスタースプレッド。またエアリアル出身らしく、バックフリップもトレーニングの時によく試みている。セルゲイは一番好きな技はバックフリップだと語っている。そして96シーズンに向けて編み出され、まだ一度も大会では見せたことのないセルゲイスペシャルもこのビデオのために披露してくれた。Что я больше люблю? Мои интересы. Но я думаю, моя жена в интересы не входит. Хотя я очень люблю. Вместе очень любим купаться на море, загорать, с грибами, рыбачить, ловить рыбу, кататься на мотоцикле, ходить в кино, слушать музыку русскую, народную. После этого сезона я еще женился, у меня очень красивая жена, я очень люблю, она очень хороший человек. Вот она входит в мои интересы. Вот. Она тут мне недавно сказала, что чтобы я очень много о ней не говорил, поэтому я не буду очень много о ней говорить. Она очень хороший человек. Вот. Я очень люблю водить машину, очень-очень-очень. Раньше я занимался картингом, это как мое хобби было. Поэтому, я думаю, мне очень нравится водить машину. Потом я раньше занимался шахматами, ходил в шахматный кружок. Люблю кататься на велосипеде. Сейчас я живу в Лак-Лузе. Там очень-очень хорошее место. Там такие горы красивые. Очень, очень красиво, очень хорошо. Очень приятно кататься, когда не падаешь. Я тут недавно упал один раз. Это же кошмар какой-то. Очки мои размазались по моему лицу, по всему. Все себе, все лицо себя расцарапал. Но это мое хобби, это очень интересно. Вот. Мотоцикл, когда мы купили, я был очень рад. И сейчас мы, как говорится, когда хорошая погода, мы с ним не слазим. У нас сейчас в планах есть мечта такая. Мы хотим поехать на море и отдохнуть. Как вояж называется, как путешествие. Посмотреть на Францию, купить подарки для родителей. Это так здорово. Я очень люблю это. Вот, это очень интересно. Ты был в камере? И? Ты два ди. Аригато. Аригато. Каничуа. Каничуа. Сгой. Сгой. Каничуа. セルゲイ・シュプレツォフはワールドカップにデビューしてからずっとフランスとカナダのテクニックを研究してきた。特にエドガー・グロスピロンとジャン・リュック・ブラッサールの滑りはビデオが擦り切れるまで見続けたという。つまりセルゲイのターンテクニックはエドガーのスピード、ジャン・リュックの吸収テクニックの集大成だといえる。しかし95シーズンには誰も試みたことのないターンテクニックでワールドカップを戦った。通常モーグルはコブに乗り上げるときに抵抗を受けながら膝を曲げていき、コブを降りるときに急激に足を伸ばしていく。しかしセルゲイは全く逆の動作をしている。コブを上がるときに自分の力で急激に膝を曲げて吸収する。そうすることによってコブを降りるときに自然に足を伸ばしてスムーズに雪面を捉えることができるのだ。セルゲイの驚異的なスピード、微動だにしない状態の安定感はこの自分の力で急激な吸収動作をする新しいテクニックに支えられているのである。
セルゲイのベーシックなターンテクニックを見ていこう。Если вы хотите заняться моглом и научиться ездить на нем, не важно как хорошо или плохо, главное это уметь проезжать все с начала до конца. Нужно первое наработать объем на ровном месте, где нет бугров. Это поставить корпус прямо и руки. И научиться ведению лыж не на внешней, как на горных лыжах, а на двух лыжах. Держать ноги вместе и параллельно, значит, вести дугу. Потом следить за руками, чтобы плечи были на месте и руки тоже на месте были. Смотрели всегда вперед. И было ощущение, чтобы ваши ноги, как змея, заходят немножко дальше, чем тело. После этого, как вы научитесь это делать, можно уже приходить на могу и здесь кататься. Чтобы научиться ездить, первое, нужно смотреть, как ездит другой. Самому лезть на этот могу, это, можно сказать, очень опасно. И когда вы начинаете тренироваться здесь, вы следите за руками, чтобы ваши руки были всегда спереди, чтобы они не уходили назад. Это очень не то, что опасно, это очень... Естественно, что вы сразу же вылетите в сторону. Вот. Вы следите за руками, за корпусом, чтобы ваши руки были всегда спереди, ваш корпус прямо, чтобы голова смотрела всегда вперед, смотрела 3-4 бугра. И при этом нужно контролировать скорость. Я езжу быстро, потому что я умею ее контролировать. Я знаю, когда я могу прибавить, когда сбавить скорость. Я это могу делать. Я уже катаюсь 18 лет, это уже немало. セルゲイのターンテクニックのもう一つの秘密は、谷川のスキーに早めに体重移動し、両膝でターンを先行させていることだ。このテクニックも今や時代のトレンドとなり、セルゲイだけでなくエドガーもこのテクニックを使っている。またセルゲイは腕の構えにも非常に特徴がある。腕を常に体の近くに置き、手首だけでストックを動かしている。セルゲイはこの腕の構えがモーグルの最も重要なポイントだと言っている。今やフランス、カナダといったモーグル大国の選手たちは皆セルゲイのテクニックを研究し、自分のものにするべくトレーニングをしている。ジャン・リュック・ブラッサールやオリビエ・コットがセルゲイのビデオを擦り切れるまで見ている時代になったのである。
On est prêt pour Sergueï Choupletov. 3, 2, 1, go! Sergueï Choupletov は94シーズンの終わりから95シーズンにかけてワールドカップ6連勝を達成。また95年オーストリアのキルヒベルグ大会で 28.80 という驚異的なポイントを叩き出した。この2つの記録はもう二度と破られることはないだろう。À l'arrivée, Sergueï Choupletov, le russe, son temps 26 secondes et 38 centièmes, his time 26.38 seconds. Собачка хорошая. Да, ты тоже будешь, да, кататься на лыжах, а? Следующий сезон. Слышишь, Шарик, ты будешь выступать на соревнованиях? Вместе со мной. В следующем году. Эй, Шарик, ты куда? Мы еще не закончили тренироваться-то. Он бежал, а? Слышали, он бежал. Кошмар. Бывает так иногда. We all try to compete for a piece of the pie.このビデオの撮影が終わった10日後、1995年7月14日、オートバイの事故で彼は帰らぬ人となった。ワールドチャンピオン、結婚、自由、温かい家庭、今までロシアの生活では得られなかった全てのものを得たときに、彼は遠くに去っていってしまった。運命の女神はとても気まぐれ。撮影が終わり、ティーニを去るときに、彼は目を輝かせて、まだ一度も訪れたことのない日本と長野オリンピックへの熱い思いを語ってくれた。ビデオができるのが楽しみだな。一日でも早く見たいよ。また会おう。それがセルゲイの最後の言葉だった。Yeah, that was a very disappointing news that we learned a couple of weeks ago now when we heard that Sergei died on the motorcycle accident. It was really like made a big difference on a small world of freestyle because.Sergueï was so good, and you're really not expecting like a young guy like him can die on an accident like that. We all get friends, and we all gonna share each other some good souvenir from everything. What was very special is all the time before the race, before the World Cup race, when we are on top, even for the qualification or the final, I was always shaking the hand of Sergueï, and I was like, "Good luck, Sergueï. Good luck, Jean-Luc." And it was very, very pure moment. It was not.Anything like, oh, good luck, but you know, it was very pure, it was good luck, and I wish you the best.